Бум! Привет, наши любимые софийцы, эйвенцы и догмамцы! Интересно, вообще есть догмамцы? Эйвена и Софи сейчас со мной нет, потому что они готовятся и переодеваются к своим образам, ведь сегодня рубрика «Собака в образе». Кто смотрел наше первое видео из этой рубрики, а кто не смотрел, тому ссылка в описании внизу, тот помнит, что в прошлом выпуске на сайте vestisdog.ru я купила Эйвену и Софи много одежды для собак. И еще буду покупать. Ну, в общем, в прошлом видео мы попросили вас в комментариях внизу написать, в кого бы вы хотели, чтобы мы еще перевоплотились. И мы это сделаем в будущем ролике. И сегодня по очень серьезному выбору Эйвена мы перевоплотились. Ну, и это логично, это же выбор Эйвена. Это совсем не рэперский инструмент, но, по крайней мере, он музыкальный. Это, кстати, одежки из нашего прошлого Хэллоуина. А это Эйвен и Софи были готами. Я уже знаю, что одевают Эйвен и Софи. Я, если честно, не очень себе представляю, как одеваются рэперы. А тем более рэперши. Я ведь уже совсем старая, по своим старым представлениям. Я нашла какую-то одежду для этого стиля и надеюсь, она подойдет. Пока Эйвен и Софи там уже, наверное, качают. Эй, детка, Эйвен, бро, качает, йоу-йоу-йоу. Рэперы сейчас носят какие-нибудь узкие брючки и огромные толстовки, да? Чем больше вот здесь вот, или что вообще они делают? Короче, готов я знала лучше, да? Получается, я что, гот? Моя шапочка вот такая вот леопардовая. Йоу, детка, я сегодня зачитаю тебе рэпчик. Ага. 5 минут назад я был уже ВКонтакте и попросил вас покидать прикольный рэпчик. 5 минут назад я запустил редактор. 5 минут назад рэп замутил покрепче. Всего 5 минут спустя, видишь, я рифмую рифмы, мониторчике твоем. Классный парень, я качаю 5 минут уже об одном. И потом танцую с мамой, странный танец ни о чем. И ты завтра мне напишешь, я люблю тебя, ты знай. Моя мама говорит мне, лучше ты, чем Ивангай. Сам по себе и сам собой. Он вырос на руках у мамы, но не маменькин сынок. И у него IQ повыше, чем у нас с тобой. Да, дружок, и ты не забывай, когда ты смотришь на экраны, на экране. Эйвен, бро, желание загадай. И на бумажке напиши, бумажку не съедай, в кармашек положи. Красавец Эйвен, бро, любимец девочек, которых никогда не видел он. Поклон тебе, мой мраморный дружок, пушистый бро, и твой пьянящий голосок сведет с ума еще огромную толпу. Сосок? Нет! Девушек красивых и любящих тебя, не проживающих ни дня без этого простого парня. Эйвен, бро. Эйвен, бро. Эйвен, бро. Эйвен, бро. Хотели вас порадовать. Если вам понравилось, ставьте лайк этому видео. Чука-чука-чу! И не забывайте писать в комментариях, кого нам снова переплатиться в будущем видео. И если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. Йоу-хоу! Йоу-хоу! Йоу-йоу! Чики-чики-чу! Мама! Тиш-тиш! Пам-пам-пам! Пам-пам-пам! Ладно, все. Пока!